Вот мы до сюда сначала доезжали, дальше уже ехать невозможно было. Такие были валуны, уходили на грунтовую дорогу, и грунтовой дорогой там километра три мы проходили полем. Местный житель Александр Федотов рассказывает, после каждого ремонта дорога, ведущая в деревню Малая Мамлеева, рушилась. Проехать по ней было невозможно. Такси отказывались ехать, а местный автопарк хотел отменять маршрут единственного автобуса из-за плохой дороги. Ну вот 12 километров ехали, наверное, около часа по ямам. Сейчас 10 минут. Массовые просьбы жителей и администрации района на плохую дорогу сделали свое дело. Капитальный ремонт покрытия сделали в этом году. Как рассказывают жители, ездят они теперь быстрее, комфортнее и безопаснее. Сделали этот участок длиной 5 километров. И она сейчас дорогу расширили. Больше груза, которые возят щебень с карьеров. Свободно мы с ними разъезжаемся. Конечно, у нас сейчас все прекрасно. Конечно, какие были раньше у нас дороги, что сейчас. Это, конечно, большая разница. Спасибо. В рамках национального проекта ПКАТ в этом году в области отремонтируют более 700 километров дорог. Также по поручению губернатора области Глеба Никитина уже идет подготовка к ремонтной кампании следующего года. Анна Колпаева, Виталий Кудрявцев. Время новостей.